Космические штаны, перчатки от скафандра, антиинерционный молоток. На витрине те вещи, которые уже побывали в космосе. Зрителей в разгар рабочего дня немного, но те, что смогли прийти, счастливцы. Экскурсию для них проводит один из 12 летающих космонавтов России Олег Артемьев. Они работают только один раз. То есть вышли, сделали выход 5-6-7-часовой, и потом на следующий выход мы не берем, потому что это такая вещь, которая может потереться, проколоться, и износиться. Но это, конечно, в космосе недопустимо. Такой выставки никогда не было не только на Камчатке, но и в России. Часть экспонатов изготовили, часть взяли из фонда Московского музея космонавтики, Института медико-биологических проблем. А вот уникальные приборы все это время были совсем рядом, впервые за полвека. Эти радиоприемники покинули территорию воинской части в поселке Вулканный. 12 апреля 1961 года с помощью этих приборов связывались с Гагариным. Специально для переговоров с ним приехал сюда Алексей Архипович Леонов. И он тоже сидел за этим, ровно за этим передатчиком. Здесь два телефона, один, второй. И когда все эти основные данные были переданы, то Алексей Юрьевич Гагарин спросил, не спросил, а передал привет блондину, так они нас на своем кругу называли. Абсолютно безволосого Леонова. Среди тех вещей, что привез Олег Артемьев, есть флаги регионов, где он мечтал побывать. Штамп на ткани специальный, такой ставят только на космической станции. Московский музей даже немного завидует нашему камчатскому, потому что здесь удалось избавиться от системы за стеклом. Уникальнейшие вещи. Например, вот эта капсула – это настоящая кабина животного, в котором в 1966 году в космос летали собаки. И здесь ее можно буквально потрогать руками. Эти снимки из космоса сделаны самим Олегом Артемьевым. Он говорит, что хотя космонавты и проходят специальные фотокурсы, сделать такие кадры не очень сложно. Необходимо только иметь объектив с фокусным расстоянием в 1,5 метра, немного практики и оказаться на орбите. Может быть, идет какое-то извержение или надо сделать какой-то эксперимент. Мы ставим будильник, ставим ночью, снимаем. И даже если мы знаем, что прогноз не очень хороший, что облачность, то мы все равно встаем и надеемся на удачу, что будет в разрыве. Ну, бывает, что в разрыве облаков вот появляется вулкан, и ты фотографируешь. Ну и помимо вот вопроса, что какие любимые места, и в нашей стране, конечно, это жемчужина, это, конечно, Камчатка. То есть она в любом виде, на любом витке она очень красивая, под любым освещением, поэтому вулканы, конечно, дают колорит, и Тихий океан тоже, но, конечно, никогда не пропускаем эти моменты. И даже боремся за место возле иллюминатора. Идея о создании такой выставки пришла в голову организаторам совсем недавно, прошлой осенью. Чтобы организовать мероприятие за короткий срок, пришлось просить помощи. Откликнулись около десятка предпринимателей Камчатского края, помогли с финансами и доставкой. Оформлял экспозицию Камчатский туристский информационный центр. Самому музею пришлось готовиться особенно, например, серьезно усилить систему безопасности. Все экспонаты застрахованы, сумма страхования очень большая, это несколько десятков миллионов. Ну, как я уже говорила, что перевозка только авиасообщением. Каждый экспонат был упакован в контейнер, эти контейнеры были опломбированы и вскрывалось при специальных условиях. То есть они после транспортировки должны сутки отстаиваться до того, как их уже в экспозицию помещают. Было требование обязательно, чтобы все экспонаты были с соответствующим ограждением, чтобы часть экспонатов была убрана в витрины. Олег Артемьев приехал на Камчатку на несколько дней. Главное в его расписании – это встречи со школьниками. Взрослые смогут задать вопросы Герою России 26 февраля в Краевой библиотеке. А выставка «Вулканы и космос. Соединяя миры» будет работать 4 месяца. Александра Галдина, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».